Была попытка взлома моего почтового ящика на Майл. Я хочу об этом сделать заявление. Почта Майл мне сообщила, что была попытка взлома моего почтового ящика. Я имею единственный адрес почтовый, не имею двух-трех адресов. И общаюсь со всеми открыто через свою почту, в своих служебных целях, личных, бытовых, домашних целях. У меня единый адрес. Я сегодня оцениваю вот эти мошеннические действия, это шантаж. То есть произошел взлом моей почты несанкционированный. Это натуральная кража моего ресурса. Вот, это мошенничество чистой воды. И с этим, я думаю, что наши правоохранительные органы справятся. Явно прослеживается ребрейдинг 90-х годов, шантаж, наезд. Если тогда были наезды, то сегодня шантажи. Если тогда был лес и винтовки, виселицы, ямы, то сегодня это интернет-ресурс, который как раз хочет застичь людей в самое то время, когда страна наша находится не в самом простом положении. Ее пытаются расшатать наши конкуренты по мировой политической арене. Вот. Те государства, которые не желают стабильности в российском государстве. То есть это прослеживается, те же мотивы, те же нотки, чтобы расшатать ситуацию в части Ленинградской области, даже скажем так. И мне нечего скрывать. Я 26 лет живу на территории Кингисеппского района, 15 лет работал в активном бизнесе и 10 лет возглавляю Кингисеппский район в той или иной должности. Поэтому веду свой образ жизни открыто, ничего не скрываю. Нет руководящих органов, вышестоящих, нет правоохранительных органов. Я и моя семья, мы абсолютно, абсолютно доступны и открыты. Как можно сегодня, ну просто на ровном месте, очернить те или другие действия того или иного человека. Я подал сегодня заявление в правоохранительные органы с объяснением ситуации, с просьбой возбудить уголовное дело против неправомерных действий в отношении меня.